Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и очередное прохождение на божестве Sid Meier's Civilization 6. И опять вызов, война со всеми встречными цивилизациями. В прошлый раз так оказалось, что мы были на острове за Аравию, поэтому не так весело. Поэтому я сейчас 100% поставлю Пангею, но прежде давайте... Я вам покажу, какие у меня моды будут включены. Вот эти моды. Ссылка на все эти моды в Стиме будет в прикрепленном комментарии. Это моя такая, мой сборник. Кстати, используйте его на здоровье. Вот все, что включено. Ничего на изменение механик тут нету. Просто на удобства определенные. Единственный момент. Я сейчас включу монополии корпорации. Для этого нужен вот этот фикс. Чтобы искусственный интеллект умел обрабатывать... ресурсы. Вообще, я против искусственного интеллекта с монополиями и корпорациями не рекомендую играть, потому что очень легкой становится туристическая победа по культуре. Но при постоянной войне, я думаю, что она практически недостижима. И монополии и корпорации хотя бы чуть включают это дело, эту возможность. Так что вот так. Все остальное это чисто на красоту и так далее. Итак, уровень сложности божество, стихийные бедствия на четверочку, карта гигантская, скорость игры сетевая. Все остальное абсолютно стандартное, только сейчас я включу еще варварские кланы и монополии корпорации. Посмотрим, надеюсь, варварские кланы не сильно будут мучить несчастные компьютеры. Ну и за Венгрию по мотивам рейтинга цивилизации, за Византию я вам ФФА показывал. Теперь за Венгрию на божестве. Причем, по идее, это даже неплохо будет в моем случае, потому что вот эта их способность мобилизовывать юниты при бесконечной войне должна помочь. Именно поэтому я, собственно, и выбрал Венгрию. Все остальное случайно, давайте начинать. Так чем же Венгрия так хороша против компьютера? Потому что вы можете мобилизовывать юниты у городов-государств, а мы, собственно, только с ними и сможем взаимодействовать, именно только с городами-государствами. Потому что всем цивилизациям я обязан объявить войну при встрече. Вот такой челлендж, на Пангее причем. Мобилизованные юниты будут получать плюс 2 к очкам перемещения и плюс 5 к боевой мощи. Кроме того, их можно... повышать буквально за дешево, и при этом при найме армии вы будете получать 2 послов в этом городе. Таким образом, вы можете довольно много получать послов в разных городах, и если я буду надеяться, что вокруг меня будет много городов-государств, и таким образом я смогу отбиваться от тех... компьютеров, которым я войны пообъявляю. Остальные способности посмотрите в моем рейтинге цивилизации. Ссылка на рейтинг цивилизации в прикрепленном комментарии, естественно, будет. Сходите, посмотрите, я там все про Венгрию рассказывал. Тоже, в принципе, прикольные, но в данном случае я не думаю, что сильно уже будут помогать. Ну что, смотрим место появления. Обратите внимание, я вебку перебросил в другое место. Ну, кто-то пишет, вообще надо без вебки. Я знаю, что многим наоборот нравится, что я тут что-то трынжу. Мне бы ее, конечно, отзеркалить как-то, но... Типа, чтобы я в эту сторону, наоборот, сюда вот как так смотрел, но... Просто здесь закрывает мои данные. Здесь, конечно, будут появляться данные других цивилизаций, но я думаю, что... Не знаю, может тут закрыть. Ладно, давайте пока так поиграем. Давайте смотреть. Напоминаю, что у Венгрии Так, слушайте, тут выглядит как будто... Как будто море уже. Давайте глянем. Да. Вот видите, доступ к воде, только не к чистой воде. Не знаю, как это лучше объяснить. То есть вот тут... Плюс 5 к жилью, тут плюс 3, потому что на побережье. Так что вот это побережье, тут явно море. Даже не озеро, а точно море. Это как можно проверять вообще. Еще раньше можно было по престижу определять чудеса природы.
Так вот, способность Венгрии через речку плюс 50% производства в районах и зданиях, построенных через центр, через реку от центра города. Это, но тут надо понимать, я еще раз в рейтинге говорил, что тут мало того, чтобы через речку было, надо, чтобы еще и к центру города, ну, в соседней клетке от центра города. Поэтому я думаю, что нам надо прямо на рис ставить. Мы сможем 4 района с бонусом к производству сделать. Кстати, геотермалки никакой не вижу. Пока. Ну, еще есть вариант, конечно, сюда поставить, но, блин, рядом с горой. То есть тут тоже 4, видите, района получается через реку, но рядом с горой, то есть мы минус клетки делаем, плюс к тому же здесь камень и холм. Скорее тут камень можно было бы собрать. Ладно, короче, в любом случае я сюда ставлю город. О, руинки сразу. Кайф. Да, наверное, давайте сюда туда и перепрыгну. Так. Основываем город. Так как мы на божестве играем, да еще и с варварскими кланами, да еще и я обязан всем войну объявлять, то, несомненно, надо начинать с этих, с дуболомов, с армии. У них у всех сразу 5 дуболом или 6 даже есть. Так, давайте, пожалуй, лошадей. Лошадей, а потом можно горное дело, потому что камень у нас есть рядом. Да, блин. Есть камень рядом. Ну, в принципе, норм, поехали. Вот Венгрия, кстати, всегда как-то появляется рядом с горами. Сколько не играл, у нее всегда какие-то очень неплохие места. Фига тут. Болото. Конечно, эти минанки было бы круто, но думаю, что эти минанки и без меня кто-нибудь построит. Что пока так. Собираем. О, разведчика дали. Это, кстати, давайте глянем, что здесь у нас точно море, да. Наверное, сюда пойду. Ну, или вдоль гор. Ладно, мне сейчас появится дуболом, я вот дуболомом вдоль гор пойду. Очень, кстати, неплохо, что нам дали разведчика. Вот на божестве именно проблема в том, что мы не можем вначале... Ух ты, как я хорошо зашел. Ускорение международной торговли, блин, это я и так мог ускорить. Но это за открытие континента. Я думаю, что мы тут где-нибудь континент бы да и нашли. Мы на Австралии находимся, да? Да. Так. Слушайте, а может мы тут не особо будем разгуливать в плане, может попытаться в темный... Хотя, ну тут явно кто-то рядом должен быть. Чё нам пытаться? Так, все верно. Я бы два, наверное, дуба построил, а потом строил бы рабочего, скорее всего. Хотя тут обрабатывать-то нам только камень есть. Ух ты! Как вам? На плюс 5. Ой, на плюс 5, на плюс 4. Но вообще тут может быть и плюс 5. С соседством районов. Так, давайте думать. Вот сюда можно, наверное, священное место, да? Сюда тогда коммерческий, скорее всего. Блин, тут надо, короче, еще подумать по поводу размещения. Все равно их пока строить не могу. Да, ну тут конкретный океан, Южный океан. Не видно пока ограничений карты. Какие приятные места. Я бы вот сюда предварительно еще город ставил. Видите, тут три клетки плюс, ну, во всяком случае, вот эти точно вырубаются, тут даже холмов нету. Эти тропические леса вполне можно вырубить. Ну вот выглядит так, что вот отсюда я горами защищен. То есть меня волнует... А, снизу море.
То есть меня волнует, кто у нас слева вообще и есть ли слева. Блин, может мне реально не гулять сильно далеко? И не находить. Просто не хочется всем войну объявлять. Вот что, пускай кому надо. То есть я сейчас вот вокруг посмотрю, где мне города поставить, и все. И тихенько буду сидеть, как мышка. О, Болонью первый нашел. А, интересно. То есть, блин, а где, так, сколько у меня точно 16 тут стоит соперников? Ну да. Это 16. Так, ну что мы хотим? Давайте, хочу рабочего. Опять ускорили. И причем, блин, две ускорения социальных политик, которые реально я могу и сам ускорить. Ну, фигня, фигня, короче. Еще ж мне не очки эпохи дают эти руинки. Может, не стоит так их собирать-то? Оба-на. Еще одна плюс 4. Да, но тут надо где-то город тогда ставить еще. А тут я не видно, где город под этот плюс 4 кампус ставить-то. Блин, знаете, неохота мне вот дальше скаутом. Я бы лучше вот тут места исследовал, чтобы понимать, куда города ставить. Ну, вот тут уже не так весело, как вот у меня в начале, да? Так, давайте-ка мы сразу рабочего. А знаете что? А еще вообще на счастье нету ресов. То есть вот этот табак, это если бы я остался на месте, то был бы в третьем радиусе только. Да. Так, ну тут на религию. Против варвар. Давайте, наверное, удвоенный опыт. А, подожди, так у меня один он всего лишь. Нет, давайте тогда. Просто и варваров как-то не видно. Честно говоря, а где? Я же поставил варварские кланы. Где эти кланы? Блин, еще руинка. Они так и манят их собирать. Вот тут надо мне исследовать. А чем мне вот сюда идти? Я вряд ли там буду города ставить за горами. Был бы я инком, тогда имеет смысл. Так я могу не защитить их вообще. Будет долго идти. Давайте вот тут посмотрим, что лучше. Давайте пока мастерство все-таки. Так, что у нас Будда обрабатывает? 2-2-2. Да, наверное, так и оставим. Четыре, четыре, три. Вообще странно. Опять хочу всем войну объявлять, и уже не знаю, какой ход. А, ну девятый я еще никого. Ладно, девятый еще ладно. Если бы ход 15-й был, тогда. Так, каменолом не позволяет строить рудники. Ну, давайте пока гончарное дело откроем. Тут пока непонятно, куда мне идти в развитие дальше. Все, соберу эту руинку и обратно буду возвращаться. Не хочу никого встречать. Так, тут дуболом идет. О, вон и религиозная ГГшка какая-то. Надо встретить. Поприветствовать, так сказать. Странно, ни варварских кланов, ни цивилизаций. Ну, старт обычный. Самый обычный. За Венгрию, кстати, как я говорю, частенько рядом с горами появляется. Мне кажется, это как-то с геотермалками связано. Так, какой я хочу ГГшку? Шенгети? Иерусалим. Иерусалим я, кстати, не первый встретил. То есть сверху таки кто-то есть.
О, строителя дали, зашибись. Но я все равно того дострою. Так. А камень я могу вырубать только при открытии каменной кладки, да? Я просто вот подумал, что может его собрать... А, мне астрологию надо еще открыть. Ну, священное место не помешает. Никогда. Так, ну можно сразу поселенца ставить в очередь. Что-то реально и варваров не видать. Это все делаю, делаю сложнее, а игра говорит нет, нет, успокойся. Так вот этим пойдем. Я рис обраб... Хотя надо ли мне ускорять орошение? Ладно, давайте пойдем. Ну, в любом случае, например, табак требует орошения. Я просто других не... Ну, например, кофе и... Просто сейчас-то оно мне не сильно нужно. Ладно, пойдем. Я пока рис обработаю, не буду вырубать. Я ж не могу кампусы строить. Смысл мне сейчас убирать уже рис. Так, так и... Давайте, наверное, по лесам. Что-то холмов я вот тут не особо вижу, а лесов вижу. Знаете, я уже дальше не пойду. Вот тут, конечно, интересно. Опять же, 4 района вокруг, но тут очень странно. Он тогда никак не коррелирует с теми городами. Так, вот тут, мне кажется, надо ставить город, где у меня... Блин, вот сюда, наверное, надо, да? Широковато, конечно, но вот здесь раз... А, не до... Блин, не добивает до этого кампуса, черт. Ну просто вот тут на излучине, понимаете, я 5 районов смогу. Понятно, что я не буду все 5 ставить, тем более, что тут 2 ресурса роскоши. А, так я только 2 смогу поставить, да? Слушайте, я тогда думаю, надо ставить тупо на кофе, и все. Смотрите, сюда ставишь, я могу только 2 района по-хорошему поставить. А если сюда поставлю, то я могу только 1 район поставить, но при этом еще дотянусь до этого кампуса. Мне кажется, неплохое место. Вот именно здесь. Так. Что мы тут будем делать? Неохота обрабатывать, честно говоря, этот... Хотя... Холмы. Что, какой шанс, что мы тут будем промышленную зону ставить? Ладно, давайте, наверное, обработаем камень. Это мы мастерство ускорим. Блин, построил 3 дуболома, боясь, что на меня будут нападать. И никого не встречаю. Как так? Ну, надо, наверное, сюда идти. Тут как бы понятно, что Иерусалим, и кто-то там сверху еще есть. Блин, я, может, реально так зря хожу, может, мне реально попытаться в темный век? Ну, это, конечно, вот смотрите, я не боялся ходить, я очень уже большую территорию открыл. И реально никого не встретил. Ну, тут, наверное, за горами мой сосед. А вот туда мне идти как раз бессмысленно, просто потому что я не хочу за горами города ставить. Так, мастерство ускорили. Что тут Будда обрабатывает? Ну, давайте это точно. Это точно. 7-2. Вот так давайте. 5-2.
И у нас еще три заряда. Ну, наверное, я бы открывал орошение и вот этого посела прямо вот сюда вел ставить. Колесо. Ну, колесо я бы и так мог ускорить железо, обработать, правда, неизвестно, где железо. Я ставлю на то, что железо либо здесь будет. А, его же вообще, мы же не на стратегическом балансе играем, вообще может не быть. Блин, еще руинка, нифига себе. Ну, это я большую территорию открыл, реально. Короче, не пойду туда. Мне вот этого, всех вот этих мест хватит вообще для расселения. Не хочу никого встречать с таким челленджем. Короче, сюда идем. Тут поставлю город и сразу буду что-то обрабатывать. Например, апельсины. Ну и для этого надо орошение открыть, чтобы сразу кофе работал. Так, ну порез у нас кофе, цитрусовый и сахар, я смотрю. Ну и, возможно, табак. Но вообще цитрусовых дофига. То есть монополии мы тут сможем поставить. Ну, не монополии, но корпорации точно сможем поставить. Интересные места. Камень, камень. Пантеон. Наверное, пантеон на камень кого-нибудь заберет уже. Так, соберем эти руинки. Тут глянем, что здесь. Ну, в общем-то, вот это моя территория для расселения. Надо решать. Как города сами, что туда за реку я не хочу. Ой, за реку, за горы. Я за горы не хочу. Ну так, пройдусь еще раз у нас по лесу, чисто, чтобы вот тут видеть. И домой пойду. Блин. Боюсь туда идти. О, но это на плюс 3 все-таки, не на плюс 4. Но у меня как минимум два офигительных кампуса, да? Плюс тут тропические леса, которые тоже соседство кампусам дают. Давайте думать. Раз, два, три. Я бы, наверное, вот сюда поставил прямо на пшеницу, чтобы лес оставить. Не хочу на море. Так вот, предварительно. Блин, ну это я не знаю, ребята. Опять я сижу, города расставляю, ни с кем не воюю. Это Пангея, я точно не на острове. Это прям очевидно, что я не на острове. Выкупить лошадей? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Можно пойти. Я, наверное, третий город буду сюда ставить сначала. Хотя и здесь неплохо. Здесь неплохо в том плане, что, например, сахар можно сразу обработать. А это лучше, чем вообще не обрабатывать ресурсы роскоши. Так, создание строителей. Еще поражает, что я варваров. Где варварские кланы, в общем? О, пантеон возьму следующим ходом. Так, ну я бы просто дуболомов уже собирал вместе. И я бы уже в темный век. Не знаю, смотреть. Вот там сверху кто-то Иерусалима, потому что кто-то встретил Иерусалим. Поэтому, наверное, я бы туда не пошел. Тут я сейчас посмотрел, все. Скаутом сюда. И сидеть до темного века у нас сколько? 15, блин, так еще до темного века 15 ходов. Вообще-то. Я не хочу. О, фу, я думал, я кого-то волен. Так, ну, 3 ГГшки. Иерусалим.
дает, что там он делает? Ваши города священными оказываются святыми, это понятно. Болонья, что-то там за здание, дополнительное очко великих людей, писателя, художник. А, ну вот это, кстати, Болонья интересно. Ну и Волен. Победы наземных юнитов в бою с другими цивилизациями или городами государств дают очки великих полководцев. О, вот это интересно, кстати. Вот. Если мне воевать с кем-нибудь было тут, то вообще никого нету. Так, ну пошли. Потихоньку. Не хочу пока лес убирать. Тут вот это точно можно сменить. Создание строителей, наверное, нет. Просто на производство. Против варваров. Может, вот на юнитов как раз поставить. Но все равно их сейчас пока не буду строить, ладно. На всякий случай оставлю. Я сейчас буду второго посела строить. Смысл мне. Вот через 6 ходов можно будет поставить. Что за 6 ходов? Давайте пока трудовую повинность. А, международную торговлю давайте. Не хочу вот этот камень обрабатывать, потому что я его, думаю, вырубать. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Вот орошение это верно, потом пойдем в астрологию. Я явно не открою сейчас никакое чудо, потому что сейчас собираюсь возвращаться и ничего не открывать. А это значит, что вот этого рабочего надо тут оставить на вырубку... А, блин, так мне надо сначала каменную кладку, значит, открыть, а потом астрологию, вот так. Я ж не смогу без каменной кладки вырубить. Блин, тогда, может, и... Я, кстати, Волен даже первым встретил. Да, блин, где все? Почему я две ГГшки, которые... Ну, ладно, Волен еще более-менее близок ко мне, а Болонья вообще хрен знает где, почему я их первый встретил? Интересно. Так, орошение есть. Тут пока постою рабочим, чтобы не мешаться поселенцу идти. Так, пройду. И здесь спущусь. Так, вот тут немножко пооткрываю. Ну, кто-то там сверху есть. Кто-то Иерусалим встретил. Просто встану дуболомами на места для городов, которые я заприметил. Пять, четыре. Восемь, четыре. Нет, тогда на рост. Все равно 4 хода, видите, посел строится. Что лучше, чтобы... Что построили? Висячие сады. Странно, что не Стоунхендж. Обычно к этому ходу Стоунхендж... Да нет, Стоунхендж там и на 13-й ход могут построить. Так, сейчас будем пантеон решать какой. Этот у нас просто стоит. Этот тоже просто стоит, пока посел идет. Здесь стоим. Не хочу я сверху идти, тут пойду. Ну что осталось? Легенды пустыни нам не нужны. Речная богиня. Ну, речная богиня. Возможно, кстати. Почему нет? Создание древнего мира античности нафиг надо. Искра божья. В принципе, может вместе с Болоньей неплохо работать, да? То есть будет по плюс 2 очка великих людей. Производство на болотах... А у нас тут, кстати, три болота у столицы. Тут, слушайте, а давайте, сколько у нас вообще болот? Может быть, мне болото взять, на болото взять пантеончик? Ну, не то чтобы много, но в принципе выглядит... Почему? Вон там еще есть, если я решу, ну хотя там Волен... Ну, вообще, то есть для моих вот этих трех городов, которые я как раз поставлю, мне кажется,
Тем более, что это плюс 2 производства. То есть просто так плюс 2 производства. Мне не надо удалять эти... Не надо удалять эти клетки. Мне кажется, это стоит брать. Я понимаю, что на каменоломне, кстати, осталось еще от редких и бонусных ресурсов. Нет, кстати. И вот, видите, с геотермалками как-то... Вообще, геотермалки-то есть? Где геотермалки норвежские? Тьфу, норвежские. Венгерские. Ноль. Может, кстати, с этой стороны, конечно, но... Пока ноль. Ну, честно говоря, выглядит так, что надо... Вот, плюс две веры от каменоломен. Но... Но производство — это производство. Просто, просто оно будет сразу работать. Не, давайте, тут мне с болотами неплохо. Госпожа Тростника и Топи берем. Так, ну вот теперь мне точно никого не надо встречать. Мне одно очко до нормального века. По-моему, если я сюда ставлю, мне не должны очки дать никакие. Это не другой континент вообще, да. Не должно ничего дать мне. Так, вот теперь имеет смысл покупать вот эти клетки. Одну куплю. Ну это ж кайф. Просто 3-2. 3-2. Вот эту просто оставлю, чтобы он рос 100%. Очень, очень неплохо пантеончик зашел, мне кажется. Ну что, делайте ставки. Встречу я кого-нибудь до конца эпохи или нет? Что, продолжаю скаутом гулять? Естественно. То буду очень удивляться, если кого-то встречу. Большой бассейн построили. Ну, такое. Так, здесь идем сюда. Здесь идем к цитрусовым. Причем я в этом городе сразу выкуплю вот эту клетку с болотом. Хочется сюда прыгнуть. Фух. Тут, кстати, где-то еще город, интересно. Тут вот вряд ли кто-то... Тут, понимаете, тут ГГшка и тут ГГшка. То есть здесь город влазит без какого-то влияния чего-либо... Без чьей-либо лояльности. Так. Теперь астрологию надо открывать, чтобы вот тут вырубить... Камень и взять религию. Ну, я 7 религий вообще. Сколько у нас на пророков читают? 1, 2, 3, 4. 4. Ну, то есть, причем одна из них уже сделала религию. Возвращаемся нафиг. Я вот тут подожду и потом пойду вот тут за горами скаутом исследовать. Так. Ну я в раннюю империю иду. То есть мне кажется, до этого момента я поселенцев строить не буду. Давайте, наверное, отложу ход. И следующим ходом я возьму на юниты и поднастрою там всяких прачников, дуболомчиков. О, чувачок добежал. Так, значит, как я и сказал, да, мы сразу и эту выкупим. Тут залочиваю, потому что... Хотя он сам будет обрабатывать, потому что мне надо монумент быстрее построить, а не расти. Так, и тут мы откладываем производство. Опять какой-то нормальный старт. Опять какой-то лайтовый старт. Когда я страдать буду, интересно вообще. Так, значит, тут при подготовке юнита даже варваров не видно. Плюс производство во всех городах. Это я оставляю.
Так, давайте три прачника сразу. Кстати, тоже отлучивать можно, он и так вырастет. Так, и дворец обработан, это у нас появилось довольство везде. Торговые пути. Ну, надо бы, конечно, караван. Давайте три этих и торговца. Вот так сделаем. Какой у нас ход? 21. Ну, слушайте, еще 8 ходов. Меня все могут встретить. Все могут найти, поздороваться. Давайте потихоньку сюда тогда еще сходим. Просто вот тут встать где-нибудь. Ну, на тот случай, если там варвары будут. Я тут, я хоть как-то контролирую. Так. А, собственно, что мне этим рабочим здесь еще обработать? Так, давайте я город поставлю. Блин. А почему вот на этой... А потому что на затапливание... Нет, подожди, ты ж не пойма. Почему вот мне тут дали очко, а вот тут я на реке поставил, мне не дали очко? Ну, короче, все равно в нормальный век. Не понимаю, почему тут мне дали очко, а там нет. Ладно. Фиг с ним. Ну, тогда можно и... Не, я бы пошел все-таки за горами посмотреть. Ну, там вот сверху... Немножко нафиг надо. Не знаю, пойти, что ли, цитрусовые. Что этим рабочим? Пойти сюда на сахар? Да, наверное, реально сюда на сахар. Я понимаю, что 7 ходов, но оно того стоит. Так, где мне не хватает жилья? Столица. Города хорошо поставлены. Так. Ну, пошли смотреть, что у нас там. Что у нас тут. А этим просто засвечивать территорию, чтобы какие-нибудь варвары не появлялись. Так. Три хода до карточки на поселенцев и до астрологии. Нам пока тут надо достроить, конечно, прежде чем религии 2 основано, всего 5. Ну и в принципе, походу, я смогу религию поставить. Очень даже вероятно. Тем более, у нас Иерусалим рядом есть. Я его буду союзить. Вообще, какие-то неплохие три этих города. Катастрофическая. 8 клеток улучшена плодородность. Нифига себе. Так, ну пока, наверное, не вырубаю. Я бы хотел это на... Давайте глянем, что здесь. О, а вот и варварцы. Я уже боялся, что их тут нету. Но это, короче, видите, три паруса, он на морские юниты заточен, поэтому он ко мне и не приходил. Слушайте, а может его и не трогать, пускай ГГшка появится. Ладно, посмотрим, что вот тут у нас есть, сейчас скаутом буду тут исследовать. Блин, еще руинки. Блин, тут никто ничего не собирал, представляете? Может, мне все-таки придется здесь города... Ну просто, ну тут очевидно, рядом с горами лучше города, чем здесь. Блин. Даже не знаю. Ну, наверное, сюда пойду. Помогать с варварами, если чё. Так, дальше. Ну, пошли. Не, давайте. Давайте пока стрельбу из лука. Не, даже давайте письменность. Потому что я компуса тоже хочу. Я надеюсь, что я кого-то встречу в ближайшее время. Письменность как раз ускоряется... При встрече другой цивилизации. Наверное, сейчас проатакуют, скорее всего. Блин! Ну это прикол! Блин, как я ненавижу варваров.
твари тупорылые, просто... Не, ну пращиков мне надо достраивать. Так, давайте я раннюю империю пока отложу. Вот так сделаю. Мне пока нету смысла менять карточку. Сейчас сделаем торговца, пращника, и тогда уже будем... Что я хочу? Может, я хочу реликвию? Просто 10 веры. Ну, уже так себе. Ладно, давайте я буду тут стоять. Тогда... То он подошел к квадриремой, обстрелял и это и добил. Тварина. А было написано, что плюс 20 веры, а тут плюс 10. Ну, видимо, плюс 20 веры, типа, на стандартной скорости должно было бы быть, а тут дали 10. Так, что у нас в Буде? Да, все верно обрабатывается. В Мишкульце я что-то не поставил на еду производства. Может, выкупить эту клетку сразу? Чтоб 3-2 было. Давайте, давайте. Это... Не зря ж мы пантеон взяли. Кстати, я, походу, уже все болота, которые у меня были, как раз и обрабатываю. А мне же еще вот тут будут... А, нет, там в пустыне, по-моему, пантеон только. Оазисах и поймах рек в пустыне, да, в пустыне. Ладно. Ладно. О! А вот и Португалия. Интересно, где мы встретились? Нет времени на обмен визой. Это для того, чтобы мы не открывали ей города. Блин, а где мы встретились, интересно? Ну вот, благодаря этому открыли письменность. Так, где мы встретились? Ага, он тут явно где-то просто приплыл. Ну, короче, давайте ему по челленджу сразу войну объявим. Даже видно, что у него этот... 100, 190 сил, у меня 100. Ну, это же совсем недалеко. Тут только в ближайшую клетку может стрелять, так что я уже не боюсь, что мне убьют. Так. Так. Я бы, наверное, все-таки из Буды отправлял в Сегет, пожалуй. Пока так. Ускорили деньги. Открыли письменность. Давайте стрельбу из лука вполне можем открыть. Быстро. И следующим ходом будем священное место строить. Блин, еще. А во, границы. Это либо Византия, либо Рим. Судя по цвету. Меня прикалывает, что еще одна руинка не найдена. Блин, короче, я тут города все-таки не поставлю с этой стороны. Там у нас Византия. Ну ладно, тут куча места, в принципе. Ух ты, у нас еще и Александр имеется. А вот Александр неприятно. Где мы его встретили? Не, ну это вряд ли Александр, может быть. Во, где мы его встретили. Так, ну ему надо войну объявлять. Блин, что-то я слишком... Все-таки повстречал дофига народу в конце. В конце эпохи, я имею в виду. Но он все равно не близко. Но вот у него уже 400 армия. И он встретил только португальца и с ним не воюет. Вот спрашивается, куда эта армия сейчас пойдет. Фак. С гоплитами или гоплитами и гипоспистами. Что-то сцикотно мне стало. Как называется? Расколотый камень. Ну, кстати, можно смотреть. Так, нанять копейщиков. Ну, где-то должно быть написано, что они... Какие юниты они производят. Клан горцев.
превращение в город-государство невозможно, нет доступных городов-государств. Типа я на огромной карте, я так много... Странно, почему? Почему недоступно? Ладно. Потом выясню. Давайте тут священное место ставить. Значит, собираем. И священное место 2 хода. И встретили Византию. Черт. Ну и Византии придется еще войну объявить. А Византия кого-нибудь встретила? И Византия никого не встретила, поразительно. Эти двое друг друга встретили, а Византия никого. Фига себе, Пангея. Странная. И Византия 384 силы, фак. Ну, ладно, Византия тут горы. Очень я сомневаюсь. Ну, это, конечно, посложнее, чем когда я за арабов играл. Так, ну мне, наверное, надо куда-нибудь туда идти, к Сегиду. Это я, в общем, в тему, кстати, пращников построил. Мне бы еще, наверное, защитника веры взять, да? Окей, что мы дальше тут делаем? Не, ну кампус рано. Ну, наверное, строителей пока. Священное место... Тоже тут бессмысленно немножко. Хотя стоит на юниты, может юнитов лучше поднаделать. Так, ранняя империя. Я пока 2 хода, наверное, не буду... Менять карточку в любом случае. То есть я не буду здесь юниты. Нет, подождите. То есть мне надо здесь поселенцев на самом деле строить. Карточку на поселенцев надо будет поставить. Пока просто производство стоит. Короче, можно в Сегиде, наверное, еще юниты. Я бы, пожалуй... Ладно, давайте воина. Блин, а если бы не жался... Не встречать. А думаю, что я мог бы выйти в золотой век. В принципе. Блин, меня этот Александр обманул. И сейчас у меня будет пытаться рабочего отжать. Ну давайте вот так поставим. Если он отожмет, буду атаковать его. Блин, мне так и не удалось убить пращником никого. Я лучше в деньги пойдем. Блин, хорошие тут места, конечно, но вот эти из-за Византии я не могу там города ставить. Блин, сейчас как придет орда македонская. Чё-то сыкотно. Ну, кстати, повезло мне с варварским кланом, что он морской. А у меня вообще не будет городов на море, я думаю. В этой игре, так что пускай там разбирается. Так, а что-то я так быстро построил. Вау, ну тогда я следующим ходом... Пока отложу здесь производство. Здесь... Давайте тоже воина, блин, или пращника. То есть воинов у меня итого будет 4, правильно? Давайте тогда пращника еще. 4 пращника, 4 воина. Как-то так пока будем действовать. Должен захватить рабочего, по идее, вот этот скал. Нет? Блин. Что тут происходит? Почему у меня скауту Александра... Почему их так много, скажем так? Так, здесь меняем на поселенцев. А я вот не знаю, надо ли мне +5... Наверное, надо все-таки, надо. Все-таки надо.
Тут буквально один ход остался, я думаю, что он достроит. Против Александра я плюс 5 не имею. Блин, тут еще и этот скаут. Ауч. Ну, короче, начинаются проблемы со всех сторон. В общем-то. Самое интересное начинается. Так, давайте посело. И здесь давайте посело. Этот у нас пойдет сюда город ставить. Блин, а этот куда? Сюда, что ли? Так, Сегиду жить негде. Ничего тут не залучено. Вообще, минус 5. Видите, сразу все, про дипломатическую победу можно забыть. Здесь. Потому что из-за количества претензий просто в минус все дипломатические очки идут. Давайте я тут просто пропущу пока ход. И за Венгрию, вообще финт ушами, мы прокачиваем Амани. Причем... Я, кстати, вот не знаю... Может сразу посылать в какой-нибудь город... Ну, я бы в Болонью отправил. Иерусалим мне скоро войну может объявить. Блин, или в Волен, чтобы накапливать... Наверное, в Волен все-таки. Давайте в Волен. Во-первых, там больше явно... Где Амани? Там явно больше военных юнитов. А во-вторых, получать очки... Генералы, это круто. Мне кажется, надо выдвигаться этими юнитами. Поселенец. Тут дальше идем в политическую философию. Там надо будет, видимо... Либо олигархию, либо автократию брать. Интересно, будет он скаутами атаковать дуболома? Обычно, конечно, компьютер таким не занимается. Так, мне надо как-то этого скаута убить. Чуть-чуть не хватает. Именно прачником убить. Чтобы открыть эти. Тут Александр в любой момент может засоюзить Иерусалим. Кстати, по религиям у нас у соседей у кого-нибудь? Нет, даже у Византии нету. Хорошо, что он по религиям. А я имею в виду по пророку. Ну, Византия набивает. Слушайте, а тут походу не... Или все? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, один, двенадцать. Тут не все показываются. Опаньки. Я надеюсь, там просто у тех, кого меньше, не показывается, а не прямо, чтобы все не показывались. Надо купить будет эту клетку, сахар обработать. Оу, хулиганы зрения лишают. Мне кажется, хана скауту. Блин, может мне лучше тут стоять на тот случай, если сейчас Византия тут начнет прорываться. Так, а что нам в Мишкальце строить? Тоже поселен? Давайте тоже поселенца. У меня есть возможность... Еще быстро три города поставить.
Потому что чем больше городов, тем, собственно, больше всего у вас. О, кажется, я сейчас убью скаута все-таки. Прокачаю. И открою стрельбу из лука. Но это уже, очевидно, в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Тут, конечно, посложнее все будет. Три цивилизации вокруг, причем две воинственные, потому что Византия и особенно Македония — это воинственные цивилизации. И у нас впереди... Я не знаю, может, конечно, попробовать Византию захватывать. Я подумаю, может, мне в ту сторону как раз города ставить и... Короче, какой у вас план? Вот как вы думаете, как в этой ситуации действовать? На этом все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Для всех остальных продолжение будет завтра. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.